понедельник в центре Хабаровска под колеса автомобиля попал школьник. Инцидент случился на пересечении улиц Дикопольцева и Ким-Ючена. 10-летний мальчик возвращался домой из школы. Дорогу он переходил по пешеходному переходу, однако не на зеленый, а на запрещающий красный сигнал светофора. 26-летний водитель Nissan March увидел мальчика за мгновение до удара, нажал до упора на педаль тормоза, но все же сшиб младшеклассника. Он просто мне на красный. Я ехал 40 км. Он просто побежал, вот просто стоял и кинулся под колеса, и все. Школьника в течение 10 минут забрала бригада скорой помощи, а шофер остался на месте объясняться с сотрудниками ДПС. Молодой человек не мог унять дрожь. Трудно сказать, за что хабаровчанин переживал больше – за здоровье мальчика или собственную судьбу. Как выяснилось, водительских прав молодой человек никогда не получал. Не так давно он уже был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Процедуру тестирования на пары алкоголя в выдыхаемом воздухе автолюбитель прошел с нулевым результатом. А вот проходить проверку на наличие в организме наркотических веществ наотрез отказался. После этого хабаровчанину грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Необходимости в госпитализации малолетнего пострадавшего врачи не увидели. У школьника диагностировали ушибы пальцев и копчика. С места происшествия Ольга Кошелева и Андрей Алферов.